Standing here alone today, a thought within my head is brewing. I really couldn't ever say what it could end up doing. It could make me reach for the stars or sink into the. Запись идет. Друзья, всем привет! Меня зовут Владимир Белов. И это мой канал «Деревня Окунева». Сзади меня мой трактор стоит. У нас уже наступил август. Сегодня 5 августа, среда 2020 года. В данный момент записываю видео. Хочу ответить на один часто возникающий вопрос. Стал он возникать в последнее время. Сибиряк 55. Привет, сибиряк. Пользователь с таким ником, я так думаю, скорее всего, наверное, житель нашей области. 55-й регион. Вот у нас 55. Видно на номере. Наш 55-й регион. Он мне пишет: деревня Окунева, здравствуйте, Владимир, пожалей себя и близких, найми, пусть катают рулоны, ты только сваживай, не делай это. Я им ответил: совершенно верно, но есть одно но, почему же я не рулоню? Вот и я говорю, и он мне спрашивает, почему же финансы? Я отвечу в следующем ролике, я ему написал, почему я не рулоню. Вот так вот, сибиряк 55, я для тебя и для других пользователей очень часто, на самом деле, возникают такие вопросы, почему же я не рулоню. Вот так, почему же я не рулоню. Есть одна большая причина, ну одна или как, ну да, одна, скорее всего, такая большая причина. Ребята, которые купили пресс-подборщик, вот этот бавруйский 150 или 145, я уж не помню. Блин, вы, ну, видели все красненький пресс, который у нас появился. Купил его Николаев Олег. Вот. Они его взяли. У них есть такой, как бизнес-проект. Вот. У Олега и его команды. Они катают рулоны, тюки, сено на продажу. У нас в этом сезоне, сезон 2020 года, не очень хорошая трава. По нашей области, в нашем районе она более-менее нормальная. Ну, не на всех полях, ну, у кого-то хуже, у кого-то лучше. Ну, у нас, я считаю, что нормальная. Я сено косил, я уже на данный момент я уже сено это откосился, отметался. Мне сейчас надо только его сваживать. Сейчас, в данный момент, я вот публикую видео, делаю ролики, которые я снимал до этого. Вот. Сено уже стоит готовое, все у нас в стогах. Почему я не стал рулонить в этом сезоне? Потому что ребята купили этот пресс для того, чтобы зарабатывать на этом деньги. Они косят. У них было на момент, когда я снимал про пресс, первые рулоны пресса, когда они крутили здесь недалеко поле, юрт. Вот. Там они крутили, и у них было две косилки сегментных с режущим аппаратом Шумахер. Потом у них сейчас появилась еще косилка, одна роторная, там что-то с итальянской платформой, насколько мне известно. Я, правда, честно говоря, косилку эту не видел, они косят, так у них там техника вся живет, они приезжают в поле, техника живет в поле, уже на луга переехали. Косят, волкуют сено и тут же начинают сразу рулонить. Ну, естественно, все это сухое, вот, иначе оно все загорится. Чтобы технику не гонять на перегоны, и вот оставляют ее там. Ну, а сами вот приезжают домой на ночь, ночуют и снова уезжают. Когда погода, не работают с утра до вечера. Как в старые добрые времена в колхозах было, с утра и до вечера. Вот так вот.
Я позвонил предварительно вот нашему вот Олегу Николаеву, говорю, так и так, говорю, ну что ты, говорю, рулонить будешь сено? Он говорит, ну, пока что я рулоню только себе, пока что я себе. Вот, они накрутили уже больше 1000 рулонов, наверное, уже, наверное, к 2000 приближаются. Вот, и сено будут продавать. Вот я у него спрашивал, меня попросил зритель моего канала, написал мне в личку, позвонил, ну, написал, нашел номер телефона, и цена за рулон была 600 рублей. Вот, это было недели, наверное, две назад или три, когда вот они начинали рулонить. 600 рублей, если забирать сено с доставкой из деревни нашей. Если забирать, ну, если с доставкой этого предпринимателя, то цена была рулона 1150. Вот, три недели назад. Сейчас, возможно, это уже дороже. Вот, потому что цены растут, спрос растут. Да, цена за рулон сейчас с доставкой, если забирать ее без доставки с деревни, то цена рулона уже выросла на 50 рублей, 650 рублей уже он продает. Вот, дорого это, недорого, я не знаю, это вам судить, я сено сам заготавливаю. У нас в данный момент в деревне, ну, скотины... Так же, как, наверное, во всех деревнях России мало. Где-то больше, где-то меньше. У нас так не сильно много. Население стареет. Три человека, кто занимается сам заготовкой сена. Это вот моя семья. Мне помогают мои родители. И Хамитов Салимжан со своим зятем Геной Назыровым. Они тоже занимаются своей семьей, сами готовят сено, стогуют, ставят стога. Ну и вот Николаев Олег, который рулонит сено. Остальные, кто держит скотину, они просто-напросто рулоны покупают. Вот так вот. Так что, почему я не стал рулонить? Потому что они рулонят в первую очередь себе, и я ему позвонил, еще раз повторюсь, я говорю, ты будешь рулонить? Он говорит, пока что я рулоню себе, и это как мой бизнес, мой бизнес-проект. И, ну, это я так называю бизнес-проект. Вот, и они сейчас зарулонят, потом складируют, вот сейчас появятся, наверное, кадры, складируют это сено у нас на месте бывшего зернотока. Там уже наклали два бурта таких больших, метров, наверное, по 60, может быть, даже по 100 в длину. Один бурт большой, другой поменьше. Ну и в данный момент еще, ну, еще косят, еще и рулонят там на полях. Рулоны лежат на полях, они утром встают, заправляют технику, едут туда, едут на тракторе, с этой, с тележкой, там рулонят эти тюки, ну, потом грузят, и вечером возвращаются, когда назад приезжают, вечером возвращаются сюда, в деревню, уже с рулонами, ну, потихоньку, вроде как, привозят, маленькими партиями, вот так вот. Утром встают, разгружают это все, укладывают в бурты и едут снова на работы. Вот поэтому, наверное, так вот это все и происходит. Вот. Ну вот, почему я не рулю? Потому что у меня нет пресса, и они работают своим. Я, кстати, задался вопросом, есть ли в данный момент пресса, в какую цену пресса продают. Вот, и позвонил, вот несколько лет назад я покупал косилку роторную, полячку Верак 165 в одной компании города Омска, ну тоже который занимается поставками сельхозоборудования, там запчастей. Позвонил им, у меня остался номер их телефона, у них тоже высветился, говорит, номер мой телефона. Там взял трубку один из так называемых менеджеров, сейчас менеджеры, не продавцы, менеджеры, и говорит, слушай, знаешь, говорит, они занимаются поставками, мы, говорит, занимаемся поставками этих пресс-подборщиков по какой-то там итальянской технологии, вроде как
совместное итальянское российское производство. Это все делают в Перми, их собирают, но пресс-подборщики новые. Ой, как они называются-то, я не помню. Там самый дешевый стоит 700 с чем-то тысяч рублей. Но в данный момент их нету. Их все раскупили. Это я звонил в июле. Да, в июле звонил как раз. Их все раскупили. И собирать их начнут только уже на следующий год. Уже там в ноябре, в декабре начнут собирать. Ну, на следующий 21 год. Если, говорит, хотите, давайте сделаем заказ там и... Вот первые, самые первые партии пресс-подборщиков будут ваш. Я говорю, блин, ну 700 тысяч, это очень дорого для меня. Они говорят, ну там какая-то технология современная, очень высокая плотность прессования, в отличие там от наших русских аналогов. Вот так вот. Ну я отказался, я говорю, это для меня на самом деле. Ну 700 тысяч, это очень дорого. Вот 700 тысяч, это уже аналог. Пошли там... Какие-то, наверное, зарубежные классы, велгеры, там какие-нибудь там кроны или что-нибудь еще в этом роде, какие там бывают пресса. Потом позвонил я на базу, в Омск на базу. Продают там тоже как иностранные пресса, так и ну, наши российские, ну, самые такие бюджетные, это наш... Новосибирский завод, новосибирцы, привет вам, Унисибмаш завод, они там выпускают и пресса, и колесные грабли, и жатки, цепи, ну, большой спектр сельскохозяйственного оборудования разного. Нашел номер, в интернете нашел номер телефона инженера по сбыту этого завода, говорю, так и так, вот хочу купить пресс, какая цена, он говорит, знаете, это тоже я после ребят звонил этих, которые мне косилку продали в июле тоже, в один и тот же день, кстати, говорю, так и так вот. Он говорит, у нас в данный момент распроданы все пресса, нету на складах ничего. Сейчас в данный момент мы, говорит, занимаемся выпуском, продажей этих жаток для комбайнов, там зерновых, что-то такое вот. Вот. Пресса начнем тоже делать только в ноябре, в декабре, уже за делом на следующий 21 год. Вот так вот. Вот. В этом году, говорит, мы выпустили очень большое количество прессов. По нашим меркам рекордное количество за все время, которое мы выпускали. И они, говорит, все разошлись. Вот. Цена новосибирского пресса 145-го. 465 тысяч рублей вот на данный момент. Я трехцилиндровый, который там может выпускать эти, крутить рулоны. Ну, что-то мне показались они большоватые. Ну, я пожелал, говорю, куплю, наверное, 110-й пресс, там, которые рулоны поменьше, и они этим весом 2 центера, 200 килограмм. Вот так вот. Ну вот, прессов, еще раз повторюсь, на данный момент нету. Он говорит, делайте заказ, ну, когда будем выпускать, то оплачивайте и доставим, привезем. Так что вот так вот. Бэушный покупать, бэушный, это брать кота в мешке. Ну, конечно же, можно там брать какие-то пресса иностранного производства с этого... Всякие есть поставщики из Европы, взяли там в европейской, у европейских фермеров, скупили там, подделали что-то, устранили какие-то недостатки и продают нам здесь в Российской Федерации. Ну, пресса, я не знаю, кто-то работает, вот мой земляк Баженит, кстати, работает вот несколько лет назад, купил этот 62-й класс, ну и работает там, правда, у него уже случались кое-какие там поломки, ну, он оперативно их устраняет, вот так вот. Ну, по иностранному прессу, конечно, скажу, там высокая плотность прессования, я и тоже смотрел ролики различные, ну, а, конечно же, качество запчастей, это цена запчастей очень высокая, если что-то сломается, стоимость оригинальных запчастей, она там просто на порядок выше, чем наших российских аналогов прессов, вот так вот.
Так что, ребята, так что вот так вот. Что еще сказать? Вот поэтому я и не прессую сено. Ребята сами прессуют, сами на этом зарабатывать будут деньги. Ну вот и все. Сено я заготовил старым методом, старым, по старинке. Кому-то, конечно, это не понравится. Ну, я работать умею куном. Может быть, конечно, кому-то это так или сяк. Ну, сено стоит, будем, даст Бог, погода будет нормальная, будем возить по морозу, как заморозит, там дорожка будет, была бы хорошая дорога, стояла бы хорошая погода, и будем возить, было бы сухо, самое главное, вот так вот. Надеюсь, ответил, ребят, на ваши вот вопросы возникающие, которые возникают, хотя, конечно, если была возможность, что там, ну, заплатил там какие-то эти деньги за то, что срулонит там, я не знаю, сколько там рулон, будут рулонить рублей, наверное, 200 или 300 за рулон, ну, с нитками там совсем, ну, как за услуги, как, сколько там берут. Напишите, пожалуйста, сколько берут у вас за рулон. Вот, какая расценка. Вот. У нас, повторюсь, может быть, и был бы вот это более развит сервис, если кто-то больше держал. А то у нас, я говорю, там трое человек, кто занимается сам этим делом. Остальные рулоны просто покупают. Вот. Людям просто сейчас, некоторым людям просто выгоднее. Легче купить и не заморачиваться, и не болит голова. Отложил заранее деньги на это сено. Ну и вот так вот. Завершаю данный ролик. У нас стоит очень жаркая, хорошая погода. Для августа это самая благодать. Купаемся. Стараемся купаться когда-то. Когда вечером, когда утром. Это утром, говорю, в обед. Ну, есть свободное время, посещаем наш пляж. Вот так вот. Ладно, друзья, пишите комментарии, как всегда, я всегда говорю, смотрите ролик, задавайте свои вопросы, предлагайте новые темы, обсудим, снимем, поговорим, подумаем, порассуждаем. Вот так вот. Всем удачи, здоровья, добра и всего хорошего. Подписывайтесь на канал. Пока. Пока-пока. Standing here alone today, a thought within my head is growing. I really couldn't ever say what it could have.